Сегодня я проснулся рано утром. И пошел чистить зубы. Я зашел в ванную и начал чистить зубы. Ко мне пришла сестра Алиса. Мы пошли кушать. Мы думали и решили вызвать пиковую даму. Мы прочитали, как ее вызывать. Нам понадобится лист тетради, красный фломастер и попытка в талисман. Мы дождались ночи. Я начал рисовать на листке, как было написано в интернете. Мы взяли руки и начали говорить. Пиковая дама, кредит. Пиковая дама, кредит. Пиковая дама. Мы очень долго ждали. И потом вдруг что-то пролетело. Мы очень испугались. Сестра ушла домой, а я пошел спать. Что-то мерцнуло, и я очень испугался. И побежал на кухню. И в испуге сидел там. Потом я осмелился и пошел обратно спать. Когда я пришел, не было ни подушки, ни одеяла. Я удивился. Я прочитал в интернете, что мне надо порвать тот лист, на котором я рисовал. Я побежал его рвать. Потом я пошел спать, и все было хорошо.